На гастролях строил из себя рок-героя. Его жена снималась в главной роли в фильме, где ее трое пароли. Она стонала страстно, глотала, имитировала оргазмы, а он в это время тряс на сцене шевелюрой грязной. И пока я между дублями поправляли на сиськах грим, она просила, чтобы ей дали сотовый, и ворковала с ним. И как бы злые языки эту пару не поносили. Это была невиданной силы любовь. Это было красиво, они говорили друг другу удивительно нежные вещи. Казалось, нет на планете более любящих мужчины и женщины. Он посвящал ей песни, стихами писал смс-ки, слова разделяя точками вместо пробелов, чтоб больше влезло. И мобила с отключенным звуком в сумочке глухо жужжала, пока абонент на съемочной площадке давала жару, послушно выполняя все задания режиссера Бориса. Да, это был прекрасный союз, певец и актриса. Вместо взгляда в глаза. На визжащих девицу сцены ему было плевать совершенно. Он не таскал фанаток бэкстейдж, в этом плане он был феноменом. Парня просто тошнило от одного слова «измена». А реально, тысячи тёлок мечтали добраться до его члена, и одной из них удалось. В ту ночь ему плохо спалось. На утро он себя ненавидел и не знал, как унять эту злость. Ходил кругами по номеру, за голову хватался, потом набрался смелости, позвонил и во всем сознался. Она взяла трубку раз на шестой, ну вы понимаете, о чем я. Он сначала сбивчиво говорил о чем-то отвлеченном, она сказала, что очень скучает. Он ответил, что тоже, и тут же выпалил все как на духу, с глазами закрытыми лежа, пальцами свободной руки, вцепившись в одеяло нервно. Он повторял это первый и последний раз, ты же знаешь, я верный. А на том конце провода рыдания, всхлипы, макияж испорченный и прочие проблемы этого типа. Был не прав, Ромео и Джульетта не самая печальная повесть. Вы бы знали, как нашего героя мучила совесть. Он нашел гостиничный Wi-Fi и долго смотрел на ноутбуке трейлеры самых жестких фильмов с участием супруги. Болезненный взгляд сверлил монитор, а в горле комок. Он пытался найти себе оправдание, но так и не смог. И вроде бы все ясно, при такой-то, извините, профессии она могла бы ему все простить играючи, легко и весело. Но эти выводы оставим желтой прессе, ведь дело в другом. Он заранее знал про все эти xxx.com, прекрасно понимал, на что идет, когда судьбу с ней связывал. Но так уж вышло, что чувства оказались сильнее разума. Он принял ее такой, как есть, так же, как и она его, без попыток перекроить друг друга самую суть и естество. Так что с ней такое могло, а с ним не могло случиться, ведь он не актер, а она не певица. Вместо взгляда в глаза, только звуки.